так, что же, мы в операционном центре. Я просто не знаю, что делать тут, нападение черных листьев. А, листа, черные листа. Понимаете, когда с дерева падает лист, он сначала гниет, сейчас становится желтым. Это не то. Я понятия не имею. Чего от меня хотят? Так, ну чё, приступаем. Что тут у нас? Вы смотрите прямое включение из столицы штата, где губернатор Зипчинский объявил завтрашний день днем сержанта Гаррета Девина. Сержант героически предотвратил газовую атаку в метро Филадельфии и спас, по мнению экспертов, не менее 100 тысяч жизней. Ой, бред. Среди праздничных мероприятий – парад, обед у губернатора и вручение медали в здании Сената Пенсильвании. На вопрос о чествовании Девин ответил, цитирую, «Я просто оказался в нужное время в нужном месте». Сэм Фишер пошел нахуй. Грим. Нури в Гуантанамо. Вот черт. В чем дело? ЦРУ приволокло Резу Нури в Гуантанамо. Его сейчас допрашивают о роли Ирана в черном списке. У Нури были сведения? Надо узнать, что он там делает. Но сейчас он сидит в тюремной робе и выдает данные в обмен на милость. Если есть что сказать, говори. Ладно. Грим права. Ты облажался. Заигрался в ковбоя, а нам расхлябывать. Эй, тише, мы же исключили Иран. Неважно, кого мы исключили. Если Нури запоет, то может подтолкнуть США начать войну не с теми. Именно. И кому это может быть выгодно? Садико. Нури явно его человек. Это лишь догадка Сэма. Точно нам не узнать. Мы разругались с ЦРУ после Бенгази и Чикаго, они ничего не скажут. Верно. Ты лишился всех контактов с разведкой. Сука. У меня есть ты. Это еще что значит? Это значит, ты пострелил взгляд, он готов убить, блядь. Ни за что, даже если будет, не знаю, пачка арахиса лежать, тебе пизда придет. Будешь работать вместе с Грим и Чарли. Как Чарли мне поможет? Никак. Ты поможешь ему. Мы лезем туда. Туда? Вы спятили? Чарли нужны протоколы безопасности, чтобы мы могли вскрыть их защиту. Это не так просто. Нужны документы, ключ, карты. Не вопрос, это я смогу. Это безумие. Не для нас. Я даже не всекаю. Там сложно. Много наших парней, так что обходимся без убийств. Эми, усыпляющий газ и дымовые шашки избавят нас от проблем. Так, ну там у меня еще одна, да, была? Oh,
На колени. Встать. Теперь вы заключенный 7-го лагеря тюрьмы на базе Гуантанамо. Кивните, если поняли. Встать, быстро! Заключенный, я ваш конвоир. Вы должны подчиняться моим приказам. Кивните, если поняли. Что-то так быстро? Как вам удалось внедриться туда? Не думал, что ты справишься. Да. К счастью, у меня еще есть допуски ЦРУ и пара друзей. Полегче, Брикс. Нужно же порадовать камеры. Твое барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться. Нури со следователями из ЦРУ. Они обедают, у тебя есть время. Встречаемся в лодке? Если достану. Если? Ты принимаешь решение на ходу, я планирую по ходу. Это жесткая тюрьма. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. Ну если чё, блядь, на крайняк и башен все подряд. Странно мы зашли. До встречи снаружи. Стой! Найди нам выход. И тебя посадили? Ну, как видишь. И меня сюда сади, купек. Я здесь не из-за Садика. Нет? Что же ты за решеткой тогда, думаю, из-за него? Где следующий теракт? Говори. Извини, я теперь говорю только с новыми друзьями из ЦРУ. Говори. Терпи сколько хочешь, но ты заговоришь. Нет! 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 А, нет! Нет! Не надо! Садик послал меня отвлечь Америку, заставить напасть на Иран. Я спрашивал о терактах, не тяни. Он хотел захватить корабль. Я предоставил для этого людей. Где? Я не знаю. Я не знаю. Больше я ничего не знаю. Иран не причастен к этим терактам. Кто стоит за Садиком? Больше я ничего не знаю. Эй, что за... На нахуй. Ты больной. Никто тебе не поможет. Прошу, нет. Тебе нужны руки, а мне имена. Я все скажу. Все скажу. Сэм Фишер. Анна Гримсдоттер. Айзек Брикс. Чарли Коул. Ваш самолет. Четвертый эшелон. Он все знает. Все знает. Хочешь найти Садика? Он уже рядом. Я заговорил. Садик убьет меня медленно. Мне больше нечего сказать. Убей меня. Прошу. Прояви милосердие. Лёхни, ты не заслуживаешь. Браво, Брикс. Тварь. Так, никого не убивать, тыры-пыры. Что, у меня шокер?
Ты ведь расскажешь, когда здесь наступит этот тропический рай? Так тебя заманили сюда? Говорят, это же Карибы. Это я забыл закрыть дверь? Да, иди посмотри. Стой! Только не делай глупостей! Give me real football instead. Блядь, тут собаки. Soccer is the most popular sport in the world, you know. I'm very happy for it. Now enjoy a thrilling 0-0 tie. Smart ass. Copy that? Здесь все тихо. Иду дальше. Guard company, witness. Report yourself on duty.
need a sit-rep! All clear, Gamma. Cut the chatter, people. Нахуя тут фонарик, ёбаный в рот? What have you got? Эй, подъем! Ёбаный ты в рот. Черт, быстро они. Отлично. Брикс, как слышно? Прием. У меня получилось достать катер. На юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури.
Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Запомни, Сэм, охранники свои. Убьешь кого-нибудь, им не придется отозвать тебя. Так это же хорошо, я так быстро эвакуируюсь. Главное, не попадайся на глаза, Сэм. Иначе они вызовут спецотряды и служебных собак. Нет, наверное, нелегко так, как кажется.
Да, блядь. Да, блядь. Блять.
остального сыра. В лагере рентген. Ты почти у цели. Сэм, я нашла, где перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться.
Это было вот сейчас опасно. Delta reports, all clear. Snipper 2, reporting all clear. Я в рентгене. Так, иди насквозь. Доберись до берега, там тебя будет ждать Брикс. Что ты заебал? Никого нет. Так вот. Выхожу из лагеря. Иди вдоль побережья. Найди Брикса и сваливайте. Уже иду. Патрульные лодки. Грим скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. Я позволил... Извинения приняты. Я был неправ. С кем не бывает. Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались. Брикс, вы как раз между патрулями. Панель пропал. Понял. Проникновение, допрос. Окей, здорово. Чё у нас на пачках? Перевод подтвержден. Ой, какая хуйня.
вообще. Хуйня. Отдохнем перед новой операцией. Ты еще вчера нежился на пляже на Кубе, а теперь в Мексике. Уходить от обстрела патрульного катера – не лучший отдых. Ну, скажи, что есть новости про захваченный инженерами корабль. Персонал аэродрома уехал 5 минут назад. Быстро и внезапно. Похоже, у нас будут гости. Мы пытались использовать дрон для разведки с воздуха, но кто-то глушит сигнал. Нам надо немедленно взлетать. На фланге пешая группа противника. Так, вы трое. Останьтесь здесь и прикрывайте нас. Грим, мы не можем взлететь, пока по нам стреляют. Я все подготовлю. Все чисто. Поняла. Забираем всех на борт и улетаем. Все ясно. Кайл, отведи Олли в лазарет. Грим, поднимай паладин немедленно. Очистите полосу. Сэм, я починил беспилотник. Пусть Брикс им порулит. Садись, попробует захватить самолет. Они нас не удержат, если не повредят двигатели. Я понял. Подключаю к обсаду. Цель уничтожил. Яблочко. Сэм, противник слева от самолета. Машина уничтожена.
месте. Прямо в точку. На свалку. Брикс, это еще не все. К нам приближается много машин. Вот это да. Готов. На свалку. Пыль столбом. Грузовики на подходе. Надо взлетать немедленно. Понял. Охуеть. Была подстава. Прям полная подстава. Деньги пришли к нам на счет. Да, мини-миссия такая. Брикс, что у тебя? Отслеживаю танкер в заливе. Береговой охране пришлось сменить один экипаж. Пищевое отравление. Чарли? Ребят, вы посмотрите. Спасибо приятелям из Форт Мида. Помогли отследить IP-адреса парней из Филадельфии. Перед тобой сервер, который инженеры используют для операций. ID, адреса. Это все чушь. Ты о чем? Это просто фон. И до Гуама мы видели сотни таких атак. Это в духе инженеров. Но нам не ясно, зачем Садику нужен черный список. Я думал, ради вывода войск США. Садик знает, что этого не будет. Брикс прав. Мы задаем не те вопросы. Если Иран здесь ни при чем... И на вывод войск ему плевать. То, что он задумал... Чарли, отключайся. Твои данные могут быть дезой. Вы с Бриксом займитесь танкером, начав с той замены экипажа. Это надежнее. Есть, шеф. Грим, занеси все данные в СМИ. Выясни, что замышляет Садик. Предупредив теракт, мы не узнаем, что нужно Садику. А захватив его человека, узнаем. Очень хитро. Есть. Они клюнули. Теперь могут отключать что угодно, но уже 5 минут паладин мой. Хорошо. Что с танкером? Встреча с Эхо в море через 2 часа, атака через 4. А как дела с их правительством? Зона F, желтый статус. Документы из АНБ и Госдепартамента уже отправлены. Ладно. Надо их подтолкнуть. Запускаем огонь? Запускайте. Пусть горит весь берег, когда я приду. Но начни с Фишера. Пусть узнает о наших планах. Пора! Пора, пам-пам. Пара-па-пам, нахуй. Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Грим, есть что о Вике? Врачи говорят, ему лучше. Но пересаженной коже надо зажить. Когда он встанет на ноги? Сложно сказать. Спасибо, что следишь за ним. Не за что. Снаряга. Thank you.
Опять нет бабла, да? Вообще здорово. Повреждение. Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Сара, ты должна кое-что для меня сделать. Что именно? Проблемы? Слушай, к тебе едет один человек из роты Вика. Пусть он за тобой присмотрит, ладно? В чем дело? Кто-то меня ищет? Зачем? Тем, кто стоит за черным списком, известно, кто я. И про тебя они знают. Хочу тебя уберечь. Ну, поезд уже ушел, пап. Ладно, телохранитель, значит. Но ты ведь покончишь с этим, пап. Как только смогу. Люблю тебя. И я тебя, это уж точно. Есть идеи? Весьма вероятно, что 8 месяцев назад. Пиздос, давай.